Так, ты что, Даш, берешь? Все, что ли, ты уже? В каком же забеге была? В первом. Иногда среди участниц первого забега 200 метров девушки стартуют. Внимание! Накладка, сиди. Сиди, вот смотри, соревнования, 200 метров, девчонку смотри. Сам не побежишь 200, мы сейчас заедем на 200. Ну, сиди, смотри. Каня, а? Деньги у тебя есть? Как у меня в семье? Родители тут позвонят мне. В этот вечер, в ноябре. Снова в ноябре. Как, кого ты классик? Что? Ну, тебе, а сейчас ты пятый? Какие ваши годы, я тут так сказал. А это не бежала, Алёна? Или пробежала? Внимание! Прослушайте результаты забега на 200 метров. Людмила Жданова, 26,2. Жданова Екатерина, 27. Ура! Никитина, Анна, 28. Так, ребята, 200 метров. Завтра 30 побежим, если не ставим все по 30. Может, часик? Может, завтра 40? Побыстрее, 95-96. Бегом, мужики! Внимание! Спина,
Внимание! Стартовал первый забег юношей дистанции 200 метров. На дистанции второй забег и юноши стартовали на дистанцию 200 метров. Прослушайте результаты первого забега. Александр Жильцов, 21.6. Александр Владислав, 23.8. Шмаков Руслан Узловая, 24.7. Лендер Максим Узловая, 25.6. Санек, там что, такой ветер, что не пойму, вручную? Вова, мне такой финиш на 800, отлично. Внимание! Внимание! Ah, uh-huh.
23, 8, 6, Павел, 24 секунды.